Наряду с историей Отечества, русским языком и литературой, география служит основой формирования патриотических ценностей, культурной, национальной идентичности и самопознания. О развитии географического образования в ВУЗе говорили на общественном совете. Уровень знания географии у современной молодежи оставляет желать лучшего. Этот предмет редко выбирают при сдаче ЕГЭ. Всего 2% от общего количества экзаменуемых. В этом году ученые ВУЗа выиграли региональный грант РГО, направленный на профориентационную деятельность. В каждой школе будет доступен интерактивный ресурс, где они смогут изучать методические особенности выполнения научных исследований. Будет актуализирована и скоординирована вся информация касаемо особенностей географических Белгородской области. То есть это позволит существенно упростить школьникам доступ к географическим знаниям и тем самым популяризировать географические направления. И мы уверены, что это будет хорошим залогом для профориентационной работы в дальнейшем института. Специалисты Института наук о земле реализуют с индустриальными партнерами ряд других проектов по популяризации знаний географии. Они также предлагают ввести географию как обязательного предмета на всех направлениях подготовки, организовать дополнительные открытые образовательные пространства. Руководители других институтов поддержали идею междисциплинарного взаимодействия. Я думаю, что в этом есть резон, и нужно нам объединить усилия. Мы готовы, наш институт, потому что все политические науки, я беру так комплексно, конечно, они хорошо должны владеть географией, историей и другими связанными с этими дисциплинами. Русское географическое общество и его отделение должно этот вопрос поднимать, ну, не только на региональном уровне, но и на федеральном уровне, что это важно для школьников. Важно не просто потому, что знать мир, красиво путешествовать, но и потому, что геополитика – это очень важно, а без знания географии знания геополитики не будет. Исполняющий обязанности ректора НИУ БелГУ Евгения Карловская высказала мысль, что необходимо оживить те тематические ресурсы, которые у университета уже имеются. Я сегодня прогуливалась вокруг этой локации университета и в очередной раз не нарадуюсь столбам с вывесками, с указателями, да? Я так полагаю, всех, кто у нас учится, да, стран, где учатся, городов, стран и так далее. Это ли не география? Давайте оживим эти столбы, я не знаю, флешмоб устроить. Студенты, школьники, которые там, родители, население города, которые из этих городов к нам приехали. И прочее. Вот посмотреть, что у нас есть. Что у нас еще такого подобного есть, которое бы могло как-то привлечь к проблеме, что у нас меньше и меньше знаний в географических. На общественном совете также рассматривали вопрос по работе психологической службы НИУ БелГУ. В прошлом году ее специалистами было проведено более 3000 диагностик и более 600 консультаций. Были организованы тренинги как для студентов, так и для сотрудников вуза. Доступность и качество оказываемых услуг – главные приоритеты психологической службы. Специалисты постоянно повышают свою квалификацию и расширяют спектр психологической помощи.